Даниил Буровкин советует города Москвы, одерживает победу во встрече на первом татами и выходит в полуфинал. На третьем татами победу одержал Петр Чудинов, Приволжский федеральный округ. На третий татами приглашаются Илья Богатов, Приволжский федеральный округ, Артем Фоменко, Приволжский федеральный округ. Готовится к выходу на третий татами Александр Лапанов, Центральный федеральный округ. Магомед Омар, Магомед Омаров, Северокавказский федеральный округ. На втором татами победу одержал Михаил Зимин, Санкт-Петербург, он выходит в полуфинал. На первом татами победу одержала Людмила Наветова, Приволжский федеральный округ, она выходит в полуфинал. На первый татами приглашается...